Физкульт, привет, друзья! Сегодня на обзоре у нас арбитрек от торговой марки Powerland, тренажер Elliptical Bike UK BK8741H. Вот такое длинное, нехитрое название. Вам из этого названия стоит запомнить только цифры 8741. По крайней мере, когда нам говорят модель и говорят только цифры, мы сразу просто и быстро находим соответствующий товар на нашем сайте. Перед началом обзора хочу напомнить, что ко всем тренажерам у нас в подарок идет неопреновый пояс для похудения, который увеличивает эффект от тренировки на 20%. А также бесплатная доставка тренажеров по Украине осуществляется за наш счет, а также по Запорожью мы доставляем бесплатно и собираем тоже по Запорожью абсолютно бесплатно. Поэтому заказывайте тренажеры на сайте Muscle Shop. Теперь приступим к обзору. Значит, эта модель у нас появилась, в принципе, довольно недавно. Модель рассчитана на вес 130 кг, и это я с этим могу согласиться, потому как здесь довольно массивная рамка, вот эта стойка, овальное сечение. Что самое важное в орбитреках, это боковые крепления. Вот здесь по два болта сбоку, как раз они нивелируют вот эти боковые качания во время тренировки. Потому как на большинстве моделей там стоит всего лишь один болт. И, соответственно, стойка во время тренировки быстро расшатывается. И вот в этих местах начинается как раз скрип. Как убрать скрип? У нас есть видео на канале, там ничего сложного нет. Но уже лучше изначально, когда у вас здесь на стойке по два болта сбоку. Это важно, и это нужно помнить. Соответственно, здесь спереди тоже два болта. Ну, в общем, в сумме здесь 6 болтов на центральной стойке, что очень хорошо фиксирует эту стойку. Дальше хотелось бы отметить степень регулировки диапазон нагрузки. Здесь 15 положений регулировки нагрузки, что больше, гораздо больше разбивает, если в основном на всех моделях, ну, на механических, точнее на магнитных орбитреках с механической регулировкой нагрузки, то есть ручной, вот как здесь, их 8 ступеней зачастую на 90% тренажеров орбитреков, то здесь при ручной регулировке нагрузки их уже 15. То есть диапазон у вас почти в два раза больше. То есть вы можете подстроить под себя гораздо более удобную и комфортную вам нагрузку. Это что касается нагрузки. Далее, если смотреть на шаг, здесь, кстати, довольно, ну, для габаритов тренажера довольно небольшой шаг. Он составляет всего 38 сантиметров. Ну вот смотрите, у меня рост 1,82 м с утра был. И при моем росте, вот я нормально хожу, амплитуды мне, в принципе, хватает. Сорок было бы комфортней, 45 это прям вообще хорошо, но можно брать эти модели людям с ростом от 170 и до 185, я думаю, будет вполне нормально заниматься. Что здесь интересно реализовано? На этой модели датчики пульса, они не вынесены на стойку, как на большинстве тренажеров, а они вмонтированы уже в рукоятки. То есть вам не нужно во время тренировки, вам не нужно переставлять руки, чтобы померять пульс. Вы как занимались, так и занимаетесь, и одновременно на мониторе вы видите свой пульс. Это удобно. Немного неудобно здесь реализовано вот расположение вот этой стойки, за которую беретесь во время тренировки, если вы хотите отключить руки от участия в тренировке. То есть вы берете за стойку, и в таком положении вы немного согнуты вперед. Но опять же, смотря какой рост. Соответственно, чем выше человек будет, то есть
185, если 190 рост, то вам уже будет неудобно, вы будете наклоняться вперед. Поэтому здесь вот этот нюанс, я бы его, в принципе, его можно немного, конечно, ну, это тем, кто с руками и кто хочет заморочиться, его можно сюда подать, немного выгнуть. Касательно длины шага хочу отметить, что здесь 38 сантиметров, как я уже сказал, но есть возможность регулировать длину шага. Здесь на стойках имеется 4 отверстия, в педалях же их 3 болта. То есть вы еще на одно отверстие можете куда-то переставить, либо ближе, либо дальше. Вот сейчас они у меня стоят в положении максимально отодвинутым к хвосту орбитрека. То есть у меня глубина шага большая здесь. Вы можете педали подвинуть вперед, но от этого длина шага не меняется, как многие думают, что если педали регулируются, то меняется длина шага, ничего подобного. То есть вы, если двигаете педали, вы же их двигаете обе педали на одинаковое расстояние, соответственно, длина шага будет такая же, а вот глубина, соответственно, чем ближе педали к центру, тем глубина шага меньше, чем дальше, тем у вас глубина шага будет больше. И тем самым вы будете больше энергии, больше калорий тратить во время тренировки, чем дальше находятся педали. Здесь при желании, конечно, есть еще расстояние довольно, ну тут сантиметров 10 еще. И можно просверлить еще одно или два отверстия и сделать еще больше амплитуду шага. Естественно, во время гарантийного срока этого делать нежелательно. Но после гарантийного срока никто вам не мешает просверлить отверстие и переставить педали дальше. И у вас глубина шага еще больше будет. Касательно регулировки по уровню. Сейчас я его выставил. Но тренажер имеет регулировку по уровню. То есть, в принципе, как и все остальные модели. Вот здесь на ножках находятся крутилки такие, барашки, которые, ну, как на холодильнике, вы, наверное, все знаете, выкручиваются и выставляете по уровню. Обязательно это нужно сделать, потому как в противном случае, во-первых, у вас будет люфт появляться во время тренировки, а во-вторых, у вас будет все-таки расшатываться вот центральная стойка, если тренажер не стоит жестко. Также имеются здесь транспортировочные ролики, что позволяет его легко перекатывать. Вот вы его наклоняете, и можно его катать по комнате, чтобы не таскать, потому что вес приличный у тренажера, не помню точно сколько, но в районе 60 килограмм. Конструкция довольно массивная, поэтому смело его можно брать на вес человека до 130 килограмм. Ну, конечно, 130 это предельное значение. Желательно брать тренажеры с запасом. То есть, если у вас вес, скажем, ну, этот тренажер подходит людям точно до 120. Дальше я бы, конечно, рассматривал уже другие модели с запасом, чтобы были прочности. К примеру, как Orbitrek от торговой марки HouseFit 8268 ELM. Тоже есть обзор на канале. Посмотрите, интересная, достойная модель. Монитор питается от двух мини-пальчиковых батареек здесь. Что еще сказать? Касательно педалей, здесь удобные широкие педали, широченные педали. То есть даже человеку с размером ноги 45-46 размер будет комфортно. Вот у меня 43, и видите, еще место там сантиметров 5 до конца платформы у меня осталось. Хочу сказать, что, ну, можно рассматривать эту модель людям с ростом до 185 сантиметров спокойно и до 120 килограмм тоже вполне подходит. И теперь давайте оценим все-таки Orbitrek по моей шкале. Удобство, комфорт, цена, качество. Итак, по моей шкале комфорт
если брать, то модель довольно комфортная. Я ее ставлю по 10-бальной шкале, если брать. Это девяточка твердая. Дальше, если брать универсальность, то есть я имею в виду, что под универсальностью, это то, подходит ли она людям на разный рост. То есть 160, если у вас в семье, члены семьи, 160, 170, к примеру, 180 сантиметров. Насколько ее можно рекомендовать людям с разным ростом? Благодаря тому, что у нее меняется глубина шага и рукоятки довольно длинные, то есть человеку с малым ростом, то есть, к примеру, 160-165 сантиметров, будет тоже довольно комфортно на нем заниматься. Поэтому по универсальности точно десятка. Дальше, цена. Цена сейчас, правда, со скидкой, акционная цена новогодняя, она скоро заканчивается уже, 14 685 гривен. За эту цену вообще отличный вариант, тем более на такой вес. По критерию цена ставлю ему 9 баллов. По критерию качества, качество сборки и надежность. Тоже благодаря вот этим болтовым соединениям здесь все нормально затягивается. Удобно, хорошо монтируется монитор. Он хоть и на втулках, но довольно хорошо собран весь механизм. То есть по качеству ничего не могу сказать. Металл тоже довольно толстый, массивный. Orbitrack занимает твердую десятку. И последний — это критерий дизайн. Ну, что можно сказать по дизайну? Я не знаю, честно говоря, кому как нравится. По-моему, очень симпатично смотрится. Черный, серый и такая голубая окантовочка на диске. По-моему, замечательное сочетание, никаких резких цветов нет. По-моему, в любой дизайн он впишется очень хорошо. По критерию дизайн можно поставить, я думаю, девяточку точно. И напоминаю, что все Orbitrack можно посмотреть на нашем сайте Muscle Shop, выбрать любую модель. Если там у вас какие-то вопросы есть, пожелания, любая консультация оказывается бесплатно. Звоните мне, либо пишите в комментариях под этим видео, я всем стараюсь отвечать. Следите за нами в Instagram. Подписывайтесь на канал, если был полезен, поставьте палец вверх. Ну и до скорых встреч, пока! Когда вы все собираете полностью, тренажер готов, у вас остаются вот такие две резинки. Чтобы этого не было, не забывайте сюда их одевать. Вот сюда они одеваются. И закрывают вот это отверстие. Чисто декоративная вещица. Да, и еще не забывайте вставлять батарейки до того, как вешаете монитор вот сюда. Потому как крышка находится вот. И когда вы оденете уже вот эту пластиковую заглушку, все поставите, прикрутите монитор, вы уже не сможете вставить батарейки и придется снова все раскручивать. Батарейки ставите тогда, когда крепите монитор.